WhatsApp, это Stack & J. Хотелось бы рассказать такую тему. На данный момент написано где-то 7 биточков. И теперь процесс пошел более концентрированно. Каждый биточек закидывается в проект, какие-то нюансики дописываются, потом пишется текст, идет запись. Где-то с марта наконец-то я запишу новый трек. И дальше, соответственно, будет запущен цикл записи, создания, написания, репетиции, записи, сведения. Весь этот цикл создания рэп-музыки. В общем, посыл такой по поводу концепции. Хочется сделать жирный альбом, но по существу я не знаю, как будет происходить. Поэтому буду делать, как будет проявляться ясность, картинка. Исходя из этого, буду выбирать концепцию, по которой буду идти. В любом случае, хочется делать концерт раз в год. И в любом случае, я хочу выпускать какие-то синглы раз в год. Поэтому тут безысходная ситуация. Нужно делать, нужно выпускать. Если делать концерт, то должна быть какая-то программа минимума. В принципе, она есть, нужно просто записывать кучу текстов, подходит, не подходит под бит, редактировать, записывать, нравится оставлять, сводить, не нравится перезаписывать, такой процесс кропотливый. Я считаю, то, что рэпер, он в своем роде художник. Если художнику дать холст и нарисовать с карандашом какой-то образ, и художник, он же рэпер, разукрашивает, то получается, это картина двух авторов. Я о том, что если рэпер не пишет сам биты, не делает сведения, это уже коллективная работа нескольких творческих людей. Чаще всего это коммерческий проект. Я не делаю коммерческую музыку, и, возможно, буду делать какие-то благотворительные концерты. В частности, возможно, это будет сборник, да? Возможно, дойдет до этого история, а возможно, и не дойдет. В любом случае, основная цель — делать сольную работу. А дальше уже будет зависеть от происходящих событий, как я уже ранее сказал. Делаем, оглядываемся, мысли есть, идеи есть. По ситуации выбираем правильное направление. Вот, такой посыл. Так что хотелось бы сказать, что как максимум ожидайте сингл осенью этого года. Как говорится, обещанного 3 года ждут. Спустя 3 года возвращение новых песен, и это уже точно надолго. Вот, и я решил то, что нужно все-таки вести телеграм-канал, потому что есть люди, которые, которых пройдет мимо информация в Ютубе, ВКонтакте, они используют телеграм, если он не слишком засран. В общем, есть такая часть аудитории, и в целом Инстаграм, Ютуб, ВКонтакт и Телеграм, чтобы не слишком свое время на это тратить, то мне этого вообще достаточно, и плюс какой-то платный контент на крупных пабликах ВК, все, этого вполне мне достаточно. Концепция, как будет концерт рекламироваться, пока не буду говорить, опять-таки. Дойдет ближе к делу, все сами узнаете. Так что Новый год наступил, настроение отменное, работа пошла и быстрее, и качество, и количество, и качество, в общем, появляется. Так что делаем музло, делаем красиво, делаем эксклюзивно, делаем интересно, делаем с энтузиазмом. Делаем от души. Вот. И так
тогда все будет кайф. В общем, я, собственно, для этого, чтобы эту тему рассказать, и вышел на связь. Желаю всем хорошего настроения, продуктивности и веселья. Все на позитиве. Peace.